Обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе препятствует скорейшему подписанию документа о разведении сторон. Об этом 11 августа заявил полпред ДНР на переговорах контактной группы, председатель Народного совета республики Денис Пушилин. По его словам, обсуждение согласования документа напрямую зависит от ситуации на линии фронта. Кроме того, Пушилин анонсировал встречу с первым зампредседателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александром Хугом. Как сообщил политик, на повестке переговоров ситуация на линии соприкосновения сторон, а также разработка механизма по сокращению количества обстрелов. Также Пушилин допустил, что в ближайшее время может состояться встреча украинских военнопленных в ДНР с их матерями. «Нам нечего скрывать, я думаю, мы сможем матерям украинских военнопленных устроить встречу. Непосредственно это может быть серьезным толчком, чтобы матери, вернувшись в Украину, поспособствовали принятию закона об амнистии. Мы готовы отдавать всех, кто у нас содержится, но не в одностороннем порядке. Не исключено, что в ближайшее время встреча состоится», — сказал Пушилин. Подчеркнув, что в отличие от Украины, Донецкая Народная Республика соблюдает все нормы содержания военнопленных.